наконец-то долгожданная Челябинская область. Ребята, ура, я почти что дома. Почти-почти я дома. Челябинск 319. Ребята, потихонечку спускаемся. Впереди нас держит трал, КамАЗик. Он очень медленно поднимается и очень медленно начинает спускаться. Я, конечно, все понимаю, но мы из-за него гибнем. О, бедненький ты КамАЗик. Едешь, но медленно. Не, давайте спустимся полностью вниз. Сим. И уже на подъеме остановимся. Я думаю, будет нормально. Ребята, такой город Сим у нас. Никогда сюда не заходил, а сейчас решил зайти посмотреть. Вот так живут люди здесь, в горах, в тумане, в вечном. Это кот, котяра, местный котяра. Я ему пофигу. Ладненько, поехал я, все. Потихоньку.
потихонечку идем, все поднимаемся, поднимаемся. Подняться-то поднимемся, как спускаться, вот это проблемы. Вот стоит что-то, бренуха. Наверное, что-то у него случилось, раз он встал так. Сутки, наверное. Тут только колодки могут, ребята. Зимой соляра мерзнет, летом колодки горят. Машина и то греется. Мерз, короче. Поднялись, аж закладывает. Сейчас теперь очень опасный спуск будет. Я даже разгоняться не собираюсь на этом спуске, потому что ну это капец. Так попахивает нормально. Кабы... Подъем полоса занята. На Уфо занята полоса. Надо остановиться и посмотреть, чьими колодками воняет. Сейчас будет у нас тут на спуске парковочка. Остановимся и посмотрим. В принципе, все хорошо, единственное переднее колесико, оно у нас немного такое, как сказать, поднагрелось. Остальные вроде ничего, нормально. Вот, видите, нагрелось как. Остальное нормально. Установочка в Рязани. Проверка. Дальше у нас вот садка. Короче, дальше еще ехать и ехать. Ладно. Поехали. Вот, ребят, смотрите. На подъемчик идем. Всех посадил. Всех посадил. Вот, впереди фура идет. Вон она. И все из-за него посадились. А сзади вот какая у нас идет. Поговорка, не успеешь. Все пытаются куда-то влезть, залезть. Поговорки. Пошел спуск, ребята. Подъем, ребята, в Бурингу, гора Уринга, знаменитая гора у нас, тем, что она очень, у нее затяженный получается подъем и спуск 11 километров. Это я вот еще до сих пор не поднимаюсь, сейчас вот будем спускаться. Мы еще даже не поднялись в нее. Температура уже 90. Потихоньку поднимаемся.
Но если ночью ехать, то видно, как огни горят, получается, этого города. А сейчас мы ничего не увидим, даже города не увидим. Очень тяжкий подъем и тяжкий будет спуск на самом деле. Гора хитрая. Кажется, что уже все, но еще далеко не все. А сейчас пошел спуск, ребята, с Уреньки. И это так, как бы, не сказать, что... Спуск на самом деле очень-очень-очень-очень крутой. Уклон здесь нормальный, поэтому оттормаживаться надо вовремя и не потерять этот момент. Иначе, если сильно разогнаться, потом просто... Ну, легковая-то остановится, ей-то что, у нее вес, лишнего вес, из веса нету. Вот фура, она везет груз очень тяжелый, если, то это, только ретарда может спасать. Все, никакой горный тормоз тоже не спасет. Зимой тут очень, ребята, печально, потому что многие не могут подняться. А от того, что здесь то гололед, то еще что-нибудь, но это горы, сами понимаете. И от этого здесь, вот видите, ребята как медленно поднимаются, а я оттормаживаюсь. Если я не буду оттормаживаться, я разгонюсь и потом попросту не смогу остановиться. И такая вот вереница бывает, идет очень долго-долго, потому что реально подниматься тяжело. Наконец-то, слава богу, спустились. Уже накатом идем. 90. Сейчас соточку поднимем, нормально. Ну, главное, что мы спустились. Все, ребята, горы прошел. Равнина. До города мне осталось 20-30 километров, грубо говоря. Я сразу еду на выгрузку. Деревья вот эти выгружаю, которые спереди у меня, вот. Потом выгружаю, получается, ну не знаю, дозвонюсь, не дозвонюсь до остальных, еще остальные, может, что-нибудь сегодня успею выгрузить. Ну и все, и домой отдыхать. Все, ребят, приехал на выгрузку, у нас Евролес, выгружаемся здесь. Вот так вот стал боком сейчас. Они меня как раз выгрузят. Сегодня мой вот Евролес. Там, короче, менеджеры сидят. Сегодня они что мне? Сегодня выгружают этот груз. Сейчас обед до часу. Потом я еду, мне выгружают. Еще если успею. Еще один, а третий, наверное, сегодня уже выгрузить не успею. Ну, в общем, посмотрим. Половину выгрузили? Что, может открыть этот борт не надо? Не надо. Ну все, ребят, выгрузили меня, денежку получил и поехал. Сейчас, не знаю, позвоню, может, успею еще на одну выгрузку. Так, куда я ключ-то дел?
на улице Ташкент, 35 давит. Все, я поехал. Приехал я на вторую выгрузку. Здесь уже стоит у нас машина. Вон она, сейчас она, кстати, видимо, отъезжает, и я буду заезжать. Чудненько. Вот такой, ребята, цех здесь. А проволока наша завалилась. Бедненькая, упала. Вот она. Вот эти две. Вот она, проволочка. Поехала. А документы кому? А куда, на второй этаж? А? На карту, поднимите там? Да, я был. А? Это провод? Да. Все, ребята, выгрузили мне эту проволоку, сами все видели. Завтра цилиндры я с утра повезу на выгрузку. Ну, что там снимать? Приеду, меня их скинут, ну и все, как бы. На этом, я думаю, видос можно заканчивать. Дальнобой закончился у меня, рейс получается. Челябинск. Сейчас все эти города не назову. Короче, ладно. Закончился мой дальнобой. Все, еду домой отдыхать. Вот, сколько я уже дома не был, так посчитать. С 8 числа, сегодня 24. И что это у нас получается? 16 дней получается, ребята. 16 дней я был в рейсе. Это 3 недели. Даже чуть больше, наверное. На этом видос заканчивается. Скоро поеду снова на дальняк. Сейчас немножечко машину подготовлю. Но это вы увидите в видосиках следующих, вот, которые будут выходить. Поэтому увидите, что я с машиной буду делать. Ну, может быть, не успею все заснять, потому что ремонт и снимать, оператора личного нету. Поэтому не все иногда приходится, не успеваю я все снимать. Вот в чем суть. Поэтому кота не будем тянуть за одно место, за яйца, само собой. Все, ребята, спасибо, кто смотрел это видео. Всем вам большой удачи. Вот. Позитива, главное, побольше. Что ты? Всем добра, позитива и удачи, ребята. Обязательно с вас лайк, подписка. И пишите, предлагайте в комментариях, что с машиной мне может сделать, как что-то мне может придумать, куда-то может поездки на какую-то, в какую-то область лучше и платят больше. Вот, потому что вроде бы был по всей России, но не по всей, как бы, да. Поэтому кто знает, кто что все знает, пишите комментарии, добавляйтесь ВКонтакте, если кто хочет ко мне, друзья, ссылочки пока еще там внизу открыто. Вот, блокировать пока не буду, потому что народу маловато, смысла нет блокировать. Вот. Ну и пока, увидимся.